Ночные волки в качестве инспекторов. Байкеры проверили свежеотремонтированную дорогу Большая Ельня-Ольгина. Это так называемая Старокстовская дорога. 4,5 километра этой трассы были отремонтированы в прошлом году, столько же отремонтировали в этом. Сегодня, во Всемирный день мотоциклиста, правительство Нижегородской области и организовало необычную совместную инспекционную поездку. Я, наверное, думаю, образец этих дорог должен быть такой. Ну, амортизаторы отработали на жесткую четверку. Но будем надеяться, что это будет все, в принципе, приводиться в такой же вид и порядок. Дорога очень хорошая сейчас. Хотелось бы, чтобы примерно такие дороги были, ну, по всему городу и по области, конечно. У мотоциклистов есть такая традиция, эти, хороший тон. Когда едет несколько мотоциклистов, и кто-то из них видит яму, то мотоциклист впереди едущий, он указывает на нее ногой. Таким образом предупреждая того, кто едет позади. На этом участке никто таких жестов не делал. Это хороший показатель. Видим, что дороги начинают исправляться. Если так будет продолжаться по всем, так сказать, нашим дорогам и магистралям, это будет великолепно. Я думаю, что Европа будет немножко отставать скоро. Этот участок был выполнен ремонтом в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Он уже второй год успешно реализовывается, и можно увидеть результат работы именно с участием, так скажем, федерального бюджета в выполнении. Прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования, причем очень существенно, потому что президенту была поставлена задача о повышении нормативного состояния автомобильных дорог и, в первую очередь, субъекта. У нас будут ремонтироваться те дороги, которые в наихудшем состоянии, наиболее востребованы жителями. Здесь работа продолжается, то есть здесь осталось выполнить это планировку обочин и разминку. Сроки, мы надеемся, что 25 число мы полностью закончим эту дорогу, даже не надеемся, а закончим полностью ее окончательно. То есть 1 июля она полностью будет введена в эксплуатацию. Гарантии 5 лет на оба участка.